Музей науки Высоты. Это самый верхний четвертый этаж, экспозиция Солнечной системы и космоса. Понятно, что все на японском. Вот здесь на этом стенде представлены спутники, которые у нас летают вокруг Земли различного назначения и различного же расстояния от поверхности Земли. На этом стенде у нас представлена вращающаяся модель Земли и расстояние, которое от поверхности Земли, и что на этих расстояниях может происходить. То есть это самолеты летают 10 километров, это высота гор, дальше 50 километров, это у нас какие-то аэрозонды, и 100 километров, это у нас спутники связи, и далее более высокие орбиты, это уже какие-то другие спутники, например, может быть космические станции и станции наблюдения за другими планетами. Рядом с музеем науки находится музей искусства. Если время останется, то я туда тоже загляну.